Ну что, друзья, всем привет. Ну вот и открыли мы сезон зимней рыбалки. Открыли мы на Самаркандском водохранилище в городе Темиртау. Вот такой улов получился. Подлещик, плотва. Пару хороших окуней попалось. Ловили мы на каменной косе, глубина 5 метров. Многие меня спрашивали и писали в комментариях, где мы ловим и где можно половить. Я в этом видео покажу место, где мы ловим на каменной косе, и покажу места, где в основном ловят рыбаки. А вы не забывайте ставить лайки. Ну, приятного просмотра.